крае отметили День знаний. На торжественных линейках в этом году впервые побывали 34 тысячи маленьких ставропольцев. Всего школьный звонок прозвенел для 317 тысяч учеников со всего региона. 1 сентября встретили студенты президентского кадетского училища. Пятиклассники, только перешедшие в новую школу, уже точно знают, кем хотят стать. Лично поздравил кадет с праздником и губернатор Владимир Владимиров. Это, знаете, даже не завтра, а послезавтра нашей страны и послезавтра нашей армии. Мы сегодня вот вместе с главой Карачаево-Черкесской республики находимся здесь именно для того, чтобы отдать дань уважения тем ребятам, которые уже сегодня в самом маленьком возрасте надели погоны на себя. В селе Просковей открыли новую школу на 700 мест. В трехэтажном здании оборудовали учебные классы, два спортивных и актовые залы, плавательный бассейн, медицинский блок и столовую. Рядом с учреждением разместились площадки для баскетбола и волейбола, теннисный корт, зоны для спорта, отдыха и подвижных игр, сообщили в региональном Минстрое. Построили школу благодаря нацпроекту образования. В хуторе Старотарском достроили фельдшерско-акушерский пункт. К зданию подвели все коммуникации и закупили современное оборудование, сообщили в региональном Минздраве. Прием в медучреждении будет регулярно проводить фельдшер-терапевт, а также по графику ФАП будут приезжать профильные специалисты из районной больницы. Построили медучреждение по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В селе Кочубеевском отремонтировали дорогу к третьей школе. Работы провели на улицах Скрипникова и Менделеева. На участках обновили асфальтобетонное покрытие, привели в порядок тротуары и установили бордюры, сообщили в региональном Миндоре. Также на отрезках нанесли разметку и установили знаки. Ремонт провели за счет средств краевого дорожного фонда.